как говорит моя подруга Анна Нетребко, острый репортаж из центра мировой моды сегодняшнего дня. Уникальные возможности представить суперколлекцию Коко Рабана и H&M, которая сегодня имела возможность быть представлена здесь. Не только видео вот этих вот потрясающих нарядов для моего нового шоу, презентацию которого состоится 30 апреля 2024 года, но и вот этих вот уникальных арт-объектов, кстати говоря, тоже являются уникальной коллекцией коллаборации H&M и Коко Рабана здесь, в Дубае. Кто в первых рядах? На острие моды. Ну, конечно же, я. И не только для себя, но и для своего любимого балета. Посмотрите, какой красоты. Костюмы из коллекции Коко Рабана и H&M будут выступать замечательные мои артисты. Это девочки. Это тоже девочки. И вот еще девочки. И вот это все сегодня стало возможным. Мне, как первому клиенту, лучшему клиенту Дубай Мола, здесь H&M и Коко Рабана. Вот парням-то достались какие пиджаки. Балеты. Хит этой коллекции, конечно же, казаки Коко Рабана и H&M здесь, Дубай Мол. Посмотрите, какие красивые платья. И теперь выступать мой балет. На ваш покорный слуга приобрел себе не только для дома вазы и подсвечники, но и такой замечательный платочек. Ну и вот так вот проходит начало рабочей недели. Не в России, но здесь, в Дубае. Да, поработал на славу, потратил часа три, но вот так вот провел время и отоварил свое новое шоу, коллекция Коко Рабана и H&M. Покупчик. Молодец, Филипчик.